Также позавчера у нас прошло тоже заседание рабочей группы по обеспечению общественной безопасности. Составлен график дежурства с 1 по 11 мая, дополнительно обеспечивающий безопасность, общественную безопасность. Согласно утвержденного графика, при помощи отдела неведомственной охраны, частных охранных предпринимателей, общественных организаций города будет организовано патрулирование охраны мемориала памяти Великой Отечественной войны. Общественная организация, скажите? Казачьи. И все. Два дня. А где, допустим, у нас другие общественные организации? Это каждый год казаки стоят. Казаки тоже на работе работают. И два часа дежурить каждому казаку. Мы пригласили их на утро. У меня предложение есть. У нас есть студенты, у нас есть спортсмены, есть общественные организации, другие трудовые коллективы. Почему им не принять участие в охране общественного порядка? В дневное время. Принимаю. Пожалуйста.